Это Россия, страна удивительного разнообразия животного мира, где государство активно занимается защитой дикой природы. А это Валера. Он уверен, что в России защита животных – дело лап самих животных. Да, в 90-е годы охрана природы вышла из приоритетных задач государства. Стали зверствовать браконьеры. С 91 по 93 убили 70 амурских тигров. В 2000-х Красная книга стала настольной книгой президента. И государство активно занялось спасением и увеличением популяции животных. Запущены программы по спасению белого кита, снежного барса, белого медведя, зубра. Уже более 10 лет возвращают леопардов на Кавказе. В отличие от тебя, Валера, президент лично инициирует программы по спасению редких видов и принимает в них активное участие. А кто не редкость в России, так это такие, как ты, Валера. Вот от тебя и нужно защищать природу. Природу фактов.